Че, локализия, что ли? Сват, Сват, выйдите с машины, сядьте. Они в машины садятся, сейчас респаун будет. В вертолет садимся. Уже начинает. Зверь, что ты хочешь сказать? Вчера другой канал был. В принципе, смотрите, я вот нашел их. Там два моста или один захвачен? Белый, который один. Белый. Ага, белый. Смотрите, вообще, короче, карьер. Белый. Короче, можно взять снайпер, посадить напротив карьер туда и пусть оттуда палит. Ну там хотя ДМ. Ой, ЗЗ зону. Так как дойти так, чтобы они нас не видели. Так проще уже с вертолета пострелять. С вертолета падать можно. Нет. Если будешь держать ровно вертолет, то не упадешь. Да. Можно просто взять по половину, пересадить на другой. С другой, на другой конец моста, и пусть оттуда палит, а другие с того летят. Окружить. Так что, мы на горе. Другой мост, короче, летите к карьеру. Кто за вертолетами? Короче, никого не вижу. А на другом мосту. Получается, как я главный, потому что я это все собрал. Ну не тарайте вы друг друга, успокойтесь. Меня слышно, да? Слышно. А где вы сейчас собираетесь? Можете сказать? ВПД. Дядя. ВПД, хорошо, еду. Быстрее действуйте, маски сейчас натягивают. Сосна, посмотрим, сосна. Поехали. Для чего мы стоим? Они там уже друг друга поубивают быстрее, блядь. Ой, а мы их видим, кстати, их много. Можете ехать? Значит, там будет грандиозный ДМ. Чем? Было белого моста, да. Аризона ДМ. Аризона только ДМ, да? Ну? Смотрите, можно под мост, короче, некоторых людей напихать, пусть они тут будут ехать. Не получится. Зачем нужен мансер, когда есть Аризона? Их там было просто не около 15, а около 30. Я вижу 15. Я написал около 30. Я... На одной этой будке только человек 10. А, на одной будке? На одной будке только 10 человек. А, ну на одной будке тут я же написал на одном блокпосту человек 15. Это? Там больше. Я на тот пост приехал вообще. А там полицейский. Кто там? Ну, они, короче, тупо всех дымят, кто залетает. Вы нормальную колонну по сделали. По сути, это ДМ. БТР едет впереди, потом он и машина РКПД там БТР один. БТР разваливает, ну. Так, сыпь. Можно, короче, взять, арендовать лодки и, короче, с воды стрелять. Вот. Боже, действуйте обычно. Просто залетите. Подлежки, да вот именно. О. Тупо залетаемый, тупо доедем. Кто сейчас на вертолете со снайперами? Я сейчас. Можешь подсветить? Смотри, на первом блоке. На первом мосту, получается, да. Надо снайпера поставить позади. Все ПДшки зайдут спереди. Так сделать. Вандам, остановите. Что вообще происходит? Подождите всех, соберитесь в одну кучу. Да, вот. В кучу, в колонну. Вон, обращайся вперед. Да. Не обгоняй дроны, в колонну садись. Дроны сделали колонну. Всех подождите. Вот теперь давай, вот теперь заезжайте. Все, поехали. Давай аккуратно. Заезжайте, да. Не именно то, что там одна машина заехала, чисто все вот сразу. Да, да. Короче, стену из машины сделаем, где укрываться. Вы спереди залетите вертолетом сзади. Давайте. Мы будем поехали. Со снайпера как угодно. Все, все, все. Залетает. Все, пацаны, залетайте. Я смотрю, короче. Кто там вообще залетел прям туда на КПП к нему? Ребята, меня. Давайте, 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 дэймте. А чё эти дауны просто сели там наверху, они же... Спасибо за поливалку. Ну так мочите их, чё. Убивайте, убивайте. Всё, минус один. Да, минус один, я тут по киллисту смотрю, тут почти всех уже. Ну как, почти все. Так они сели на колонны прямо сейчас. Слад, стреляем. Пускайте. Ой, мана. Опа.
О, да, в спину вон хорош там. Давай, Роман, что тут, снайперку не брал, что ли? Ой, сжимай. Да он идиот. Он, давайте он без бронежилета у вас сзади. Ну вот закинул. Слушайте, пацаны, там ДМ. Ой, ГМ, ГМ, 171. 71 ГМ. Что за бред? Вот стоит в скине это, блядь. Какой печеньки. Ты 71-й-то? Вы его забанили или он вышел? 71-й вообще указал. Сосна покончилась, класс. Боже, что за Дима со слов? Слышь, меня дебэшит. Идиот. Меня дебэшит и давит. Так иди. О, тазер. Ты что, 65-й? Вы с другой стороны тоже залетите, я один-то остался. Да. Вот упали двое. Блядь. А все там походу. На энергии. Там челик на энергии будет дебэшить вас. А вон плавает в воде какой-то чел. Да. Артём Суворов, я на НРП персонаж, ты меня не видишь. Фу. Все, что мозг захватили. Так, я того-то посадил за НРП, брать. 980, значит, 980. Там еще в воде плавают, дожимать вам, пацана. А как по ней на НРП броня? Прямой смысл. Без НРП отыгровки. Понял, без отыгровки. Просто снял, одел броню и все. Аризона же отыгрывает за тебя. Все, сворачивайте. Машины займите, пожалуйста, все. Я сейчас респавнить их тут будут, потому что тут там есть рук. Серьезно, мисрук, хочется ехать? Помойка. Пацаны, красиво бы не ходить. Машину занимайте через 3 секунды за респаун. Вы по кому там стреляете? Ко мне какой-то додик стал, короче, бегает около меня. А вы что по туризму-то стреляете? Он же ничего не сделал. Он настрелял зигла. Все. Как он мог зигла дострелить? Ладно. О, вы там где сейчас сели? Откуда у Шейва на УЗИшке, блядь, что? Респавнил машину. Кто бы хопит, тому выговор. Ой, не выговор, а этот, Диморган. Тому бан. Кахановский, блядь, умный такой. Бежит к тебе. Сейчас все нормально, то есть продействовали. Но они типа отвлечены были почти все. Все это все. Что там по поводу тренировки, которые в индивидуалке? Может сейчас? Ну, прям сейчас было. Ну блин, это так. Так что, вы исцелили на мосту? Да, ну поехали в гараж ЛСПД, сейчас как раз тренируем. Подожди, блин, что? ЛВПД машина. Мэри Фарк. Хотя, в принципе. Это, сейчас. В принципе, можешь стоять как тренировку, типа. Хан, собирайся. Поехали. Тренировка на практике? Можешь меня заберете. Блин, по мне палит. Мне кажется, они сейчас опять РКшнут и опять приедут. Я вот прям не удивлюсь. Приедут. В смысле меня взяли, слили. Ник Легаси, понятно. Черка? Он из ТСР вышел? У него же там было по 1000 коробок.